Короче, быстро не влетаем. Просто нам с пехотой надо еще встретиться. Да, но она, я думаю, она уже заждалась. Так, здесь наша пехота. Следующий. Нам на минное поле главное не заехать. Но оно будет летнуть. И здесь тактика каждый год. Но если ехать по дороге, не съезжаем. И работать по всему живому. Да, вот это все. А где все? Я думаю, штурмовать пошли уже. Вот дураки. Да, штурмуют. Слева огонь был. Это еще и наш. Угу. Так, все, дома показались. Так, давай, дай посмотрим. Подожди. Блин, не отключишь. Давай, на. Вперед? Ю, зажми. Ладно. Здесь самое максимальное 20. 22, 23. Фига себе. 24. Ну, морда держит у Абрамса, поэтому если что-то прилетит, пофиг. Так, сразу. Бум. Видишь кого-то, что ли? Да я пустил. Вообще не пойму. А, стоп. РПГ справа, справа. Да. Убил? Не знаю, возможно нет, он мог обойти сейчас. Сейчас ну, держим тогда место. Махно, смотри на 210, я смотрю. У меня ПК. Так, я сейчас... Смотри, у меня ПК все. Полностью? Ну, просто смотри просто тогда. Просто смотри, если что, включи громко. На командира бы сел, там обзор лучше. Крутить нужно в рецесту. А, ну все хорошо. Может мы сейчас слева зайдем? Махна, смотри, что дадим. Еще раз, с остова танка, с остова справа, справа остов танка. Остов танка. Нашел? Мы, кстати, поймали. Да. Назад можешь откатиться сюда? Да, еще могу. Положительно вижу по себе. Да. Уже не бег. Мне бы казалось, да. Понятно. Я сам себя что ли? Не-не-не, он не за танком был, он за Уралом. Ну он там бегает в этом районе. Отъезжаем назад еще? Не надо, давай. Стоим? Нет, вперед давай, там ничего не будет. Слева РПГшка с района леса, там такие деревья, где-то на 10 часов были. Он повален, да. На дерево, видишь? Дерево повалено. А, дерево повалено. Опа, нас летел! Да, понятно. Вперед идем. Давай, не надо вперед. Впереди, дом, проем. УАЗик. Дом УАЗик. Что это? А, это куст. Все. У меня что-то нет. Не
принципе, с востока нашей, надеюсь, они... Если что, увидят. Нашим дадим по возможности подойти? Наши уже подошли. Здравствуйте, и немножко сваляем. Я хочу получить награду. 185 бетонный, держи там. А, принял. 185 бетонный. Принял. Опа, мина. Расстреливай или просто она где-то на дороге лежит? Готов. Опа. Один масленок, есть. Мина на дороге. Да не трать на нее, я понял, где она лежит, я ее вычту. Мне нужно выйти полечиться, что-то. Чем ты полечишься? По дороге ты можешь. Это мы можем к дому подъехать, с трупа поднять что-то. Нет, по-нашему. Там, кстати, как же они... А! Убил, что ли? Нет, ну, один патрон животом словил, я не знаю, нет. Да. Может, мы подъедем к танку или бэхе, прикроемся и заглянем там, давай, что за домами? Давай. Там же минного поля нет в этом районе? Нет. Ну и мин нет. А я думаю, он быстро закончится. Давай. Да нет. Ладно. Вот тут нашего и... Ну и очень хорошо прикрыт. Дострелила, конечно. Там лежан какой-то. Что, ты меня немного смущаешь, ты забыл ПМП, как он противник пробовал. Давай слева объедем дом, посмотрим. Давай. С поля. Так, вот здесь наш стоит. Сейчас. Ну, главное, чтобы сзади никто не стоял. Так, как главное, сейчас на минус заедем. Мы заедем. Вот так, залез. А. Бепочки? По нам из Бирюкова, работает взять. Ну я еще выехать дом смотреть или стоим? Да, надо будет двигаться, когда не приходит на нет. Ну 267 с собой. 267. Да, это наш. Сейчас. Не может ему пострелять сзади, не может там понять, что идти вперед надо. Давай. Зачем надо? Да нет. Что мы можем подъехать к кому-то там полечиться, надо к трупу какому-нибудь обмотать. Ну вот, потом труп есть. На 250. Ну блин, ну если по нас стрелков. Лежит, да? Ну я бачком стану, хорошо прикроется. Давай. Который здесь на час, да? Труп. А вот сзади. Че сзади? На восток прокатился. Да вот тут, на запад. Да у нас впереди вот здесь труп лежит, рядом уже. Да, 3 метра. Все, давай. Сейчас минус пошло будет. Вон еще одна мина. 212. Понял. Они на дороге или в поле? В поле. Понял. Ну они приближаются, короче. Че? Говорит, не надо лечиться. Хотя мы не мало по бокам. А это я сбрал, рыба сбрался. Хороший парень. Че, дальше поедем? Да я не поехал, пока не доводится. Только труп это липов. А, вон еще один.
дот бетонный, не бетонный, а с этими двухэтажными там проверял, нет? Я туда это кинул. Понял, понял. Так, все, достаточно прочно. Так, 15 минут, за 15 минут вам штурмануть надо, правильно? Ну, наверное. А я не знаю, где зона начинается. Есть. Карты опа. Нет. Опа. Спереди РПГ, спереди зубы бетонные, бетонные зубы. Значит, дом, слева от дома первые два зуба. Ты живой? Правее крути. Вот. Да, бетонные зубы. Дом многоэтажный, от него левее два бетонных зуба, оттуда пуск был. Понял? Да. Вот этот бежевый дом, трехэтажный, сверху с хренью. Да. И вот сравнение бетонных зубов, а слева от него. А, давай. Давай. Блин, можно влететь прямо туда. Не надо, не надо, я сейчас вот так сделаю. Я на танке, по крайней мере, умею кататься. Он там на доме сидит, скорее всего, или запыха, или в этом в коричневом доме. Духа тоже, конечно. Ну если хочешь, можем лететь. Давай летим. Главное, чтобы на мины не наехать. Я на дорогу смотрю пока, я на пехоту не смотрю. Так, вот здесь труп лежит. Справа смотря. Да, смотрю, смотрю. Стой! Назад сюда. Назад немного. Два метра. Стой. Стену бронебойка не пострелят? Не, не должно. Хотя это армия. Попробуй. Пуск. Блин. Слева. Выбило, выбило. Да. А у нас только махнулся. Да. Пуск был с машинки. С машинки. Вот сейчас я прямо смотрю. Вот там оттуда машинка, остров машинки, оттуда где-то был пуск. Ну, с этого района. Там еще. Ну, мы можем ехать, в принципе, как-то потихоньку. Не, может быть, вот. Да. В принципе, здесь два трупа есть, можно оружие по-быстрому забрать. Ну да. Так, сейчас я заберу тебе и себе. Стой. А Махно убили, что ли? Махно живой? Нет, что. Все, если что, пересядешь сюда. Блин, а что ты с стрелком-то? Ты же с пушкой. Стрелки. Он вышел? Вот там еще одного ПДшника, и заряды лежат в доме несколько. Понял. И отходит назад с РПГ. Может, мы пойдем это, пехота? Выстрелим. Да, видим. Слева долбят, слева. Так, я сел. Слева РПГ били откуда-то. Где-то слева били, садись, оттуда же. Где? Так, РПГ это, если что, это мой пуст. Мы поняли. Да, я знаю. Как я на СВК сяду? По мне стреляли этот вот. Били оттуда же, где в РПК последний к нам пролетал. Можешь как-то сделаешь? А, стреляешь. Оружие я положил. Второй этаж, бежевый дом, кирпичный, коричневый дом, понял? У нас на час. Подвижение. Дом вот этот двухэтажный, он одноэтажный, сверху такая настройка. Не бежевый, не светлый, а темненький. Понял.
Вот там он, вот в двери сидит, выглядывает. В нижней дверь. Верхняя дверь, верхняя. Ну он темно-коричневый, ты понял? Сейчас. Куда? Могу... О, да. Я да, могу да, РПГ накинуть. Все, снарядов больше нет. Или просто штурмануть его. Да штурманем. Сейчас я сделаю, давай попробуем. Стой, выпрыгни. Попробуйте прыгать. Давай. Я кого же взял? РПГХ осталось. Ты, короче, давай стрелять. У тебя пулемет есть же, да? Да. Ну все, я тогда вышел. РПГХ у тебя лежит, если что, ты стреляешь. Черт. Нормально. Хорошо. А, вот, я увидел ту комнату, на которую Паша наступил, а то, ну, возле меня ничего не видно. И кочегар выходит такой. Ну, Махно. Может, Махно сейчас увидит? Может, кончер погабал? Кто-то вроде бы где-то СПГ есть. А, он обдаст. Махно было. А Махну там остался сидеть, а? Ну я ему сказал сидеть, прикрывать. У него пулемет 6. Снарядов нет? Снарядов нет, но пулемет ну, есть. Ну там было там, 2 ХС, 5. Нет, снаряды у него закончились, он сказал. Шикар должен выйти сейчас. Да. Всё, ты прям на него вышел. Где он был, бля? Прям впереди ты на него вышел. Да, ну я смотрел налево, блядь, бежал. Ну дорубить. Может написать ему, чтобы он штурмовал ногами? Шап. Сладко. Ах, ну тащи. Как это надо посмотреть, я всё. Зачистка, зачистка! Вперед! Тактика, тактика. О, Вэш, группа связи. Да ладно, кочегар, что слепой перед ним, он только что... сторону города. Есть! И упал. Затащил! Убил, умер? Напомни за что? Нет, победа. Блин. Да. Нифига, убитый, знаешь, Паш, да. Убитый ваш, вами гражданский, разрушенный Т-72. Убитый гражданский, обломки УАЗа.